Привет! Привет! Мы на канале Саша ТВ. Сегодня Саша на своем участке, да, на своей плантации огородной. И для нового сюжета мы пришли на нашу плантацию, чтобы нарвать листья салата. Вот у нас какой шикарный салат вырос. Мы хотим приготовить с Сашей сегодня салат. Цезарь называется. Да, нам нужны листья салата. Сейчас Сашенька будет рвать салатик. Давай, Сашуля, приступай. Да, от самого корешка надо рвать. Так, еще. Надо много-много нам нарвать. Большие-большие листочки срывай. Маленькие нам не нужны. Вот какой большой листочек. Молодец, правильно. Еще рвем. Еще. Да, большой-большой листочек. Угу. Красивые листочки выросли у нас. Давай. Ну вот, какой шикарный у нас букет получился из листиков салата. Сашенька нарвала. Сейчас мы пойдем помоем и будем готовить наш салат. Ну вот, продолжаем готовить наш салат. Мы нарвали листья. Сашенька нарвала. Для этого салата, для Цезаря, нам нужны сухарики, точнее гренки. Мы порезали батончик и поджарили его. Да, поджарили его. Также у нас помидорки и рыбка. Мы готовим цезарь с рыбкой. Цезарь можно приготовить не только с рыбкой, но можно с курицы, с грудки, можно с креветками. В общем, кому что нравится. Но мы сегодня сделаем с рыбкой, с красной рыбкой, с форелью и сыр. Сыр, помидорки, рыбка, сухарики, листья и соус специальный сырный. Да, сырок в последнюю очередь мы будем натирать на терочке. Итак, начнем. Нам для нашего салата нужно порвать, не порезать, а прям вот ручками будем рвать листочки салата на тарелочку. Сашенька, давай. На тарелочку рви кусочки листочка и ложи. Ну, можно чуть-чуть помельче. Саша рвет крупными листочками, но можно и помельче рвать. Рвем. Еще листочек напополам этот, Сашенька. Угу. Еще глянь, какие большие у тебя получаются. Надо еще помельче нарвать. Да, помельче кусочки нам нужны. Помельче листочки салата. Ну, вон, какой большой у тебя листочек лежит. Ты его нарви. А вон большой какой, смотри, лежит. Да, его. Еще, глянь, какой большой. Помельче, да, помельче. Сейчас его помельче. Так, хорошо, давай, молодец. Сейчас мы нарезали рыбку нашу. Рыбку мы порезали кубиками небольшими. Да, и сейчас сухарики попозже. И сейчас будем ее ложить в наш салатик. А ну-ка, Сашенька. Рыбку ложи в салатик. На листья салатика выкладывай. Вот, умница, правильно. Да. Вот, молодец. Давай. Ручки не надо пока вытирать об себя. Мы потом ручки помоем. Вот, как красиво у Саши получается. Выкладываем всю-всю рыбку. Давай, мама поможет немножко. Сбрасываем по всей тарелочке. Какая... А ручки потом помоем. Какая красота! Да,
выкладывай, выкладывай всю рыбку. И помоем ручки. Все. Так, все, сейчас помоем ручки. Что мы сейчас сделали? Мы порезали помидорчики. Помидорчики мы тоже порезали кубиками. И выкладываем на наш салатик. Сверху рыбки выкладываем. Да, сначала помидорчики мы выложим, а потом сухарики. Выкладываем как рыбку, выкладываем помидорчики. Помидорчики? Да, помидорчики на наш салатик выкладываем. Мам, тебе поможет. Я помогу тебе, да. Выкладываем вот так вот. Потом помоем ручки. А потом помоем ручки. Выкладываем. Так. Так. Еще мало. Покуда мало. Давай еще выкладываем. Все помидорчики, которые у нас есть, все мы выкладываем. Все, теперь сейчас моем ручки. Мы порезали помидорчики, выложили их на нашу рыбку. А сейчас надо сверху полить соусом, специальным соусом сырный. Можно приобрести соус сырный для Цезаря, но мы купили просто сырный Хайнц. Да, и равномерно по всему салатику мы будем выкладывать соус. Не надо на одно место, надо везде поливать. Да, давай я покажу тебе, как. Вот такими движениями. Дай, по всему салатику. А ну-ка, Сашенька, подожди. Сейчас мы тут много получилось у нас. По всему салатику мы равномерно. Сейчас сухарики будем выкладывать. Подожди, Сашенька. Расправляй соус по салатику нашему. Вот так? Нет, больше не надо выкладывать. Достаточно. Больше не надо соуса. Расправляй по всему салатику. И будем выкладывать сейчас сухарики. Ложи ложечку. Отставляем пока наш соус. Он нам еще пригодится. Сухарики берем. Берем наши сухарики. И также выкладываем по всему салатику. Равномерно раскладываем наши сухарики. Помоем ручки. Помоем ручки обязательно. Все, сухарики у нас лежат равномерно. Да, Сашенька? Сейчас мы сверху наших сухариков еще соуса нальем. Давай, бери ложечку. По кругу накладываем наш соус. У нас получился немножко густой. Его можно разбавить. Можно немножко кипяченой водички налить, чтобы он не был таким густым. Саша уже снимает руку сыра. Вот мы натерли сырок на терочке. Сейчас выкладываем на салатик. На салатик, да, Саша? Вот так красиво сыр. По всему салатику. А потом помоем ручки. Давай выложим все. Mm-hmm.
наш салатик готов. Вот такой вот у нас получился красивый салат Цезарь. И он не то что красивый, он еще и вкусный. Сашенька, попробуй. Поближе. Берем вилочку. Ну, можно и так. Как кому удобно. Вкусно? Вкусно? Саша. Сашуля. Пока-пока. Всем приятного аппетита. Да? Саша. Саша занята. Салат очень вкусный. Саша про все забыла. И пробует салатик. Ну, пока-пока.